Здравствуйте, бабулечки. Друзья, сегодня мы приехали на Партизанский проспект. Да сейчас куда-нибудь поставим. Привезли тут всего немножко, 8 наборов для этих 8 бабулечек, которые здесь живут под постоянными обстрелами. Здесь, вы знаете, Партизанский проспект очень сильно обстреливается. Как вы здесь поживаете, бабулечки? Никак. Да. Стреляют. Ну, он слышно. А это не разве стреляют? Это не стреляют. Ну. Это не стреляют. Когда стреляют сильно, да, было. Стреляют, так дрожит. Всем плохо. 8 человек. Наташа, 8 человек. Здравствуйте. Приехала к нам Татьяна Николаевна. Да. А это не то, что на работу? Не. Вот сейчас, друзья, мы вечером, да? Мы сегодня выгрузили 8 человек. Никого я не звала, она меня позвала. Вот вам, бабулечки, продуктовые наборы. Да, 6, но крупник обещал не опаздывать, так что стримчик будет. Ну, хоть, слушайте, хоть я в него, я так рада вас видеть. Я увидела с окна, говорю, о! Друзья, спасибо от этих бабулечек вам за то, что вы помогаете. Низкий вам поклон. Ну, я их записала, вот таких стареньких. Наташа, иди сюда. Вон, да. Вася, Наташа. Я вижу. Ага, хорошо, вот спасибо вам, друзья, что вот старушечкам таким помогаете. Ну, а что ж деваться? Да. Ну, да. Мне жалко, они не ходят. Иди сюда, Наташа. Здравствуйте. Друзья, сейчас мы приехали на Червонопартизанская, да? Да, здесь еще и детки живут, да? Да, тут и маленькие, еще уже памперсы хочет. Как обстановочка? С утра. Уже вот с утра и приходы. С утра такие годы, еще это ужас. Такая голова уже будет. И прилеты по октябрю туда и сюда на поселок, вот буквально перед вашим приездом. Что прилетело, да? Прилетело сюда, вот прямо на поселок. А? Перелет где-то в начале первого был. Значит, ну да, я говорю, вот в начале, буквально перед приездом. Сюда полетело. До этого было туда на октябрь. Ну, пока месяц. Целое утро. Летают. Так, 58, да, вам? Да. 58 продуктовых наборов сейчас. Вот так люди живут здесь под постоянными обстрелами. Где-то вдали гухает. Ну, говорят, тут недавно перед нашим приездом был прилет где-то рядышком. Вот разбиты дома здесь все. Ну, вот так здесь люди живут. Все разбито, посечено. Прилеты за прилетами. Даже в тот дом, который мы выгружаем, и то посечен сильно. В общем, вы сами слышите, как тут неспокойно. Позаносим. Ты какой видишь, что из того. Ты приблизительно порядок. Не знаю. Это у вас помощничка, девочка, да? Ленивый, не люблю подбрасывать. Тихо, ой, мамочка. Да. А вы говорили, что привозили уже на Червонопартизанскую. Это было, видимо, там в начале. Вот. А здесь вот этот куст вообще не охвачен. Составили список вот из того, кто здесь живет. Все эти. Да получается, вот это все у вас разбито. Снимаете то, что. Да я вижу. Здесь сзади вообще ничего нет. Бухает это постоянно. Живет. Да. Мама здесь живет, 87 лет. И тоже все посечено. Это вот третий раз. Это в августе было. Да, в августе было. А вообще это третий раз уже. Крышу перекрывали. Дважды. Так, заканчиваем выгружать, стараемся сделать это. Все по-быстрому. Знаете, коробку, наверное, какую-то. Не подвергать людей опасности, потому что реально здесь. Вчера отдаю, дай руку, не дает. Знаете, спасибо большое. Вот еще. Спасибо большое. А мы только построили. Да. А мы с вами хотим. Вот, выгрузили, друзья. Все в гараж погрузили, сейчас люди расположили. Все так живем. Гламурненько.
стараем. Чего? Не, ну мы стараемся. Спасибо огромное, друзья, за то, спасибо, что вы помогаете. Низкий вам поклон за все. Держитесь тоже. И вас тоже, Господи. Самое главное, что вместе. Спасибо вам. Здрасте, здрасте. Добрый день. Как вы тут поживаете? Отлично. Ничего, нормально. Страшновато иногда, но ничего. Стреляют. Очень часто. Аккуратно, постоянно. Сейчас мы приехали, привезли 50 продуктовых наборов на улицу Рабфаковскую. Как всегда, тишины здесь нету. Сейчас мы здесь все выгрузим. И потом все будет рожного людям. Музыка началась. Привет, котик. А здесь хоть тихо когда-то бывает? Не бывает здесь. Давай, встанем вот так. Не, не так. Вот надо не носить, а встать. Как всегда, наши четыре мои друзья рядышком. Люся, ты иди на раз. С людьми. Удачи. Три по два, а то и по три. Ну вот, все практически уже выгрузили. Татьяна Николаевна, там шахтер в лаве. Друзья, огромное вам спасибо, что вы вот помогаете жителям прифронтовых районов, старичкам, деткам, ну, людям, которые нуждаются в нашей поддержке. Все мы здесь выгрузили. И надеемся, что скоро победа будет за нами, у вас наконец-то будет тишина. Спасибо большое всем. И вам спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Все будет хорошо. Мира всем. Собака. Не, ну собака жирненькая вроде. Ну вот. Столик побежал. Как этот. У нас тоже на рынке есть такая собака, называют ее тумбочкой. Такое на форум.